И вот они сейчас всю вот эту вот цепочку пускают под этот асфальтозакаточный вот этот каток. И Алаутдинов, я думаю, просто под эту тему попал. Где-то что-то неаккуратно сказал или какое-то действие там сделал, может, действительно с каким-то портретом связано. Ну что. Вторая тема, которую тоже хочу упомянуть, это Апти Алаутдинов. В прошлом своем эфире я упомянул этого человека и сказал о том, что у него начались какие-то проблемы, что его побили. Я в шуточной форме об этом сказал, что у него сделали массаж. После чего он вышел в эфир на следующий день. В понедельник вышел в эфир в Инстаграме и стал объяснять, что с ним ничего не случилось. Он, мол, ездил отдыхать, типа в отпуск его Кадыров отправил в Москву. Вот. Но это информация, тогда в прошлом эфире я о ней говорил, что это неподтвержденные данные, просто ко мне пишут об этом люди. Сейчас это уже подтвержденные данные, теперь я уже уверен в том, что не одного Алаутдинова, а всех троих братьев Алаутдиновых. А я напомню, второй его брат был, ну и есть на данный момент начальник службы судебных приставов. А второй его брат, он где-то в экспертизе МВД работает, там тоже какое-то звание имеет. Так вот, этих всех троих братьев сейчас отстранили. Они все находятся дома. По поводу били ли там остальных, не били, я не знаю, но Алаутдинову, говорят, сделали небольшой массажик. Возможно, даже был применена процедура электрофореза. Точно не знаю. Но проблемы у них реально имеются. Почему у них эти проблемы начались? Разные есть версии, но я склоняюсь к тому, что это как-то все-таки связано с другой личностью, бывшим мэром Аргуна Ибрагимом Тимирбаевым. Ибрагим Тимирбаев до сих пор находится у них в плену, дает показания, видимо, там часто проходит процедуры электрофореза. Во время этих процедур он, видимо, что-то вспоминает, что-то, возможно, придумывает, кого-то оговаривает. В общем, получает всю ту порцию счастья, которую обычно дают всем задержанным, никак не причастным к кадыровской власти людям. Это хороший урок для кадыровцев, что вот это вот бумерангом к вам возвращается. Хвала Аллаху. И вот Тимирбаев сейчас ощущает на себе все эти радости, которые он сам неоднократно доставлял людям, задерживаемым им. И вот сейчас он на себе это ощущает, и от этого очень приятно и мне, и тем людям, кто либо проходил эти процедуры, либо чьи родственники проходили, чьи знакомые, кто просто небезразлично к этому относится. И, в общем, он под этими процедурами, видимо, что-то вспоминает. И как-то, видимо, Алаутдинов в этой теме, его имя прозвучало, скорее всего. Я больше склоняюсь к этому. Говорят там, что что-то он сделал с каким-то портретом кадыровским. Или я не знаю. Я не могу судить, правда это или нет. Но я склоняюсь к тому, что это все как-то связано с этим Тимирбаевым. По всей видимости, что-то там было. И то, что было, не очень понравилось Кадырову. Упоминаются в этом контексте еще несколько имен. Это министр МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций. Там был такой Яхьяев Руслан, по-моему. Его тоже, говорят, отстранили, и тоже связано вот с этим делом общим. И еще один там есть человек какой-то, Вайханов, по-моему, его тоже отстранили. В общем, сейчас там идут какие-то чистки. Под этой темой распространяется информация, что якобы там готовилось какое-то покушение на Кадырова, его хотели отравить. Я не склонен верить этому. Я, скорее всего, думаю, что этот вброс делают уже сами кадыровцы, чтобы показать какую-то, подчеркнуть, да, значимость Кадырова, что его якобы кто-то там постоянно пытается свергнуть, отравить и так далее. На самом деле, я думаю, причина, она гораздо более проста. Это элементарное крысятничество, которое допустил Тимирбаев, видимо, где-то не поделился деньгами.
некие суммы каких-то доходов, которые он имел с народа, грабил людей, бюджет, неважно, чтобы он не грабил, какую-то часть этих денег, по всей видимости, он пускал мимо кассы для своего личного обогащения. В общем, выберите вариант. И, по всей видимости, Кадыров об этом узнал, за это он был наказан, и сейчас идет уже процесс, когда просто кто-то что-то нелестно сказал, кто-то был в курсе, но не рассказал, кто-то тоже был в этой теме и так далее. И вот они сейчас всю вот эту вот цепочку пускают под этот асфальтозакаточный вот этот каток. И Алаутдинов, я думаю, просто под эту тему попал. Где-то что-то неаккуратно сказал или какое-то действие там сделал, может, действительно с каким-то портретом связано. Но чтобы теперь вот так об этом не заявлять, не сказать, что это просто они нелестно высказались в адрес падишаха, они теперь придумывают вот эту вот версию, что якобы там был какой-то заговор, Кадырова хотели отравить. Я думаю, это полная чушь. Обогащение, обогащение. Спасибо за эту поправку. Тумсо, лицемер, ничем не отличающийся от Кадырова, говорит Лора Секрет. Вот и обвинили. Интересно, что ей не понравилось, что я такого сказал. Тумсо, ты общался с Навальным, он был в Польше пару дней назад. Кстати, это тоже частый вопрос после того, как я опубликовал его высказывание обо мне. Нет, я не общался с Навальным, более того, я даже не знал, что он находится в Варшаве. И я даже не знал, что в Варшаве проходит форум Бориса Немцова. Я об этом не знал. Об этом я узнал только вот когда был опубликован этот форум на канале фонда Бориса Немцова. И мне просто скинули эту ссылку и сказали, что там после 2 часов Навальный говорит обо мне, упоминает меня. И я вот так посмотрел этот отрывок и просто опубликовал его. Вот я об этом не знал. Так, конечно, я бы с удовольствием встретился с Навальным, выпил бы с ним чашечку кофе. Тумсо, салам алейкум. Что скажешь насчет Турции и Сирии? Очень хочется услышать твое мнение. Алейкум ассалам. Я так думаю, это вопрос по поводу последних событий, наверное, что там Турция начинает наземную операцию против курдов на севере Сирии. И это действительно сейчас вызвало огромный переполох в этом мире. Это ситуация, из которой нужно извлекать пользы. Мы должны вот как раз из таких моментов мы должны понимать, что в политике не существует друзей. В политике существуют интересы. И когда были интересы у США, да, были интересы в том, чтобы поддержать курдов, они их поддерживали. И тогда казалось, что это прям такой мощный альянс. Сегодня у США уже нет интересов поддерживать курдов. И как вы видите, теперь США просто отстранились от этой темы, получив какие-то гарантии от Турции, разумеется. Просто это нужно просто принять. И в этом нет ничего постыдного, нет никакого там зашквара со стороны США и так далее. Нет, это политика. Так и строится в этом мире все. Страны именно таким образом и строят свои отношения. А так, мое мнение, я не знаю, я особо не разбираюсь в этой теме. Я думаю, что по результату, да, того, что там произойдет, мы уже будем понимать, что это было. سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني.